Нам всем хочется иметь красивый внешний вид, по крайней мере, достойный, чтобы нами восхищались окружающие, либо, по крайней мере, ни за что нас не осуждали. Ведь правда? Хотим, чтобы все о нас все думали только самое хорошее. Хороший авторитет, хорошее влияние на других людей. Это понятно. Но как зависимость от чужого мнения может погубить вашу жизнь? Я сейчас нахожусь в комнате у сына, ему 12 лет. Можете сказать, как это у мальчика столько мягких игрушек, да? Представьте себе, это собачка классная, которая здесь валяется, я тоже люблю на ней поваляться сверху. И вот эти мягкие игрушки, вот этот поросенок, он любит это мягкое. И причем здесь вот мальчик, девочка, опять-таки стереотипы, вы задумаетесь, да? Когда ребенок играется с игрушками, даже мягкими, у него растет в душе стремление беречь что-то, жалеть. Вот он всегда соблюдает порядок. Он знает, что здесь у нас такие игрушечки стоят. Здесь вот это, чтобы всегда соблюдался порядок. И в мужчине главное качество какое? Не только защищать, но и быть добрым. С добрым сердцем. Итак, к чему все это я сказала? К тому, что не обращайте внимания, что кто скажет. Для вас конкретно, для вашего ребенка. Первое, что вот посторонние люди, соседи, знакомые. Ой, что люди скажут, что они подумают. Да плевать, что они думают. Раньше я тоже думала, ой, что обо мне подумают. Меня так воспитывали. Наташа, ты что, не говори этого, что о тебе подумают. А сейчас я вот что думаю. Я не в том возрасте, чтобы думать о том, что обо мне думают другие. Пусть они переживают о том, что о них подумаю я. Вот так. Если бы я думала о том, что подумают обо мне, я бы никогда не стала тем, кем я сейчас являюсь, правильно? Об этом чуть попозже я вам подробнее расскажу. То есть не обращайте внимания на других людей. Кто что там скажет, это ваша жизнь. Они не знают, что для вас лучше. Всегда, когда человек чем-то выделяется среди других людей, это, конечно же, вселяет в других людей чувство негодования, непонимания. Потому что мы привыкли быть как все. Если ты как все, ты вхож в общество. Если ты чем-то выделяешься, что-то в тебе не так. Между прочим, когда я училась во втором вузе, у меня два высших образования, у нас все пили водку. Девочки, мальчики, все. Я одна, кто пила, как называется это, вино. Да, забыла, потому что я сейчас практически ничего не пью, очень редко. Могу глинтвейн иногда. Так вот, я единственный человек, даже не мальчик, не девочка, я человек, который пила вино. Все сидят, вот там экзамены сдали, и мы сидим, отмечаем в кафе. Для меня покупают вино. Остальные пьют водку. И меня все уважали и считались с моим мнением. Вот что я не старалась подражать им, это самое главное. Второе, когда человек может следовать чужому мнению, здесь уже сложнее, когда вас окружают не соседи, не знакомые, в принципе, от общества которых вы можете легко освободиться, а когда это ваши близкие, например, родители. Это очень тяжело, особенно если, например, это мужчина, и маме его не нравится его избранница. Либо вот это не нравится, а это нравится. И мужчина думает так, либо я делаю так, как говорит мне мама, либо она мне просто вынесет мозг. Лучше я буду с той, которая нравится ей, но которая не очень нравится мне, лишь бы только жить в спокойствии. Но это неправильно. Мужчина может пойти на поводу у своей матери, у еще кого-то там, лишь бы только его не трогали. Либо родители внушают ложные принципы своему ребенку. Родители думают так, мы прожили жизнь, мы лучше знаем. Но на самом деле миссия родителей выполнена. Они родили, они воспитали, дали все самое важное своему ребенку, и все, на этом их миссия закончится. Но у нас, к сожалению, нет. Вот мама считает и папа, что нет, мы же родители, мы лучше знаем, елки-палки. Но ваши дети совершеннолетние. Если вы
их воспитали, если вы заложили в них то, неужели вы думаете, что они поступят плохо? Это же ваше воспитание. А ваше воспитание не может быть плохим. Логично? Логично. Давайте посмотрим отрывок из фильма «Роман в письмах». Я очень люблю этот фильм. И как, вы видите коротко, как родители повлияли на жизнь героев, там... Два главных героя, они переписывались, полюбили друг друга. И потом он все-таки женился на другой, потому что выгодная партия, у нее папа какой-то влиятельный человек, ему дал работу, и вроде бы как все нормально-нормально. Но он потом понял, что он живет чьей-то жизнью, но не своей. Вроде бы комфорт есть, деньги получил, должность получил, но любви-то нет. И потом он осознал, что любовь у него все-таки с этой девушкой, и он к ней вернулся. А ну посмотрим. Тебе никогда не было страшно, что все вдруг окажется не таким, каким мы себе представляли? Что однажды ты вдруг проснешься и выяснится, что меня нет? И никогда не было. А вместо меня какая-то другая женщина. И ты не архитектор, а какой-нибудь шпалоукладчик. А со мной такое приключилось сегодня. Мне сон приснился странный. Но потом я вдруг поняла, что такого не может случиться. Потому что есть правда сердце. И сердце не обманет. И оно говорит мне, что ты есть. Ты, а не кто-то другой. Потому что другого просто не может быть. Ведь я люблю тебя. Мне сон приснился странный. Я как будто проснулся, а тебя рядом нет. И вместо тебя другая женщина. И вроде все было как обычно. Я даже работал архитектором, а не шпалоукладчиком. Но все равно все было не так. Потому что тебя рядом не было. Сердце ведь не обманешь. Оно знает, кого оно любит. Если вы хотите совершенно бесплатно получить от меня аудиоуроки, как вернуть любимого человека, важная информация, которая вам поможет, возможно, вы расстались, либо поссорились, и неважно, сколько прошло времени, месяц, день, 3 года, неважно, время здесь не имеет никакого значения. Я расскажу, что нужно делать. А также вы можете ко мне записаться на консультацию, я вас проконсультирую, я вас помогу, и я всегда довожу до результата, если мы с вами вместе работаем. Мои контакты указаны внизу, а также... Прокрутите до конца это видео, и вы увидите мои контакты. А с вами была я, ваша Наташа.